потратить. Нет. Ингоник, штуки не добавят. Конечно. Во что ты веришь? А, давайте у нас слева хилы стоит Корнес и Лангрис, справа все остальные. Бога верю. Шучу, я аметист. А из-за чего мы так вот? Не, я просто равно, примерно там ДЦ Холи Пал хорошо, и тут два Эрдшамы и... Ой, два Эрдруи Шаман. Что происходит? Чуть перепутались. Скажи, он более обратно туда. Тиальды, давайте это туда. Это было грубо. Что у нас тут с хилой туда-сюда бегают? Ладно. Все, хорошее настроение, пуляем с первого раза, убиваем. О, хорошее настроение, люблю. Я нажал, все, поехали. Да, огонь 2. Огонь 1, побежали. Рос рано побежал. Донт, я не смогу водить, у меня минимальная графика. Все, иди, я тоже на минимум. А, ладно. А вы кого на пул дали? Кого на пул дали, скажите? Я в тебя. Ты без печати, что ли? С печати. 5 секунд. А, 2 секунды огонь. Одна. Отбежали. Огонь. Хуёво. Супер, ставлю здесь. Ближе к квадратику. Двигаемся. Прохил череп. Крестик прохил. Там огонь под левиафан уже идет. Что за рейндж? Отведи в квадрат. Огонь сейчас будет. Отошли. Сейчас задует. Ждем. 7 секунд и потушит. Отбежали. После потушит. Стоп ДПС. Потушит 3 секунды. Бьем. Все в квадрат. Квадрат стакнулись. Где, блядь, плотность частиц? Отбежали. С звездочкой слева стоим. Резать а бананы. Этот друид мертвый? Резать бананы резать. Да, конечно, будет Бернио. Уже идеальный Бернио. Хорошо, идеальный Бернио. А Иннер сразу в него залейте. Скоро пламя, пошлите поближе. 5 секунд. Сейчас стоим возле портала, 2 секунды. 1 секунда, отбегаем. Все, побежали, кто в стороне боссу. Готовимся, Геру сейчас даем, будем дамажить. У кого фаер аура стоит? Бомба. Масса крака. Не дошли. Уже была. Нет. А, это твоя была. Мастер аур. Сейчас обстрел будет. Бомба полетела. А нет. Обстрел. За спину. Быстрее, за спину. Я по банану дам, когда добьем. У банана СС не нужно, по Лангрису дайте. Ага. Банан же уже падал. Да. Че раздали? Все встакнулись после печеньки. Лангрис. Где звездочка? Давайте к стене уходим, сюда подальше. Сейчас будет огонь, 2 секунды огонь. Полсекунды, отбегаем. Направо бежим. Заноньте Sky Totem, Лангрис Гейм. А, Totem, Лангрис Гейм. Ладно, хули. Да она меня замутила, говорит, что я этот мудень. Понятно. Бля, Дайси, не делай так больше. А кто там ходит? Побежали. Сейчас огонь будет, 2 секунды, побежали направо. Сильно далеко не уходим, ТКшки ловите, боботов.
Зорки, подвиньте. Огонь. Бежали сейчас. Да. А, 4 секунды. Готовимся бежать еще. Еще 2 секунды. Побежали, побежали. Давайте я сюда перейду. Чтобы нас сигнально не позадавали. Три счета, иди подальше, ты очень близко стоишь. Там у нас босс в огне летает. Все хорошо, вот сейчас ловим здесь огонь, стоим на месте. Отбежали. Давай, я нас положу. Посадил. Кроме 2 метров все убиваем, огня очень мало. Отходим дальше. К крестику идем. Метку убили, поставь новую. Я поставил. Все, стоим здесь, ждем огонь. Давайте кнопочки подбежали. Так, Дон, вы движетесь огонь. Точно так же, против часовой стрелки, да, окей? Да, да. Все, давай. Да. Огонь 2. Дрыщ, раскол, краш-тест, раскол, кару, раскол. А милики, ноги, РДД, грудь. Прохил рейда сейчас. Одним компом не стойте, много лутайте. Сокро есть. Дайте сокро. Чего? Где тут взрыв был? Так, нет. Обстрел, обстрел. Ой-ой, блять, хуёвый обстрел. Давай сейчас переведем просто босса в другую сторону. И пойдем в другую сторону водить. Угу. Не, переводи Донт за босса всех. Все, идем за босса. Сейчас мины смотрим, упадут, аккуратнее. Пламя через 5. Давайте здесь пламя оставим, пойдем за босса дальше. 2 секунды. 1 секунда, побежали. Отбежали от босса. Танк умер. Не, я не умирал. А, это не танк. Силуантыч. ДД. Ахил. Сокрой еще одну. Отдай... А, есть. Нет, сокрой. Просто прохил. В голову можно. В голову надо сыграть. Пламя 5 секунд. Пламя 1 секунда. Отбежали. Беги, малышка! Обстрел. В голову играем побольше. Шоковые отбежали. Все, теперь так же играем. Голова столько же хп, как и все остальное. Мины аккуратно. Бомба, смотри. Синяя бомба, видите? Да, бомба упала. Ориентируемся на луну. На печеньку. За ней бегаем. Ну, отбегите от нее. Торнайс, ну. В чем проблема? Да не, ну тут уже как бы весь рейд упал. Да. Не, идеальный выхил, все нормально. Шоковый. Донт, води людей. Нет, а, я у нас луна есть. Репат, ты стаунтил этот. Все. Ну, четвертая фаза снова, типа, у нас проблема. Может, давайте Геру на четвертую оставим? Не. Он на второй тяжко будет. Ну, обычно ее на четвертой дают. Да вы просто от первого коста умерли, там сколько, видите, у вас в толпе там 4 человека валяется. Ну, там просто этот, много не хватило за хила. Вот, допустим, я упал просто от обстрела такого. На четвертой фазе. Что, может, плюс одного хила просто сделаем? Ну, кстати, да, у нас же просто. Не, как все то же самое, вы что, блин, просто надо смотреть аккуратнее и не дохнуть на обстреле. Так нет, обстрел такой, обстрел в смысле лазерный, просто этот, который, ну, вспышками, которые он кастует на четвертой фазе. Никаких еще одного хила, вы о чем говорите? Сейчас нормально, сейчас будет, все убьем. Конечно.
начинается тут, типа, не ну все, чего. Все, нормально играли, хорошее настроение было. Ты че, лесики? Ну прекрати душить. А, Волк, не я танчу. Да не, не, Валк, смотри, просто типа все милики, кто там типа в огне или в этом, становитесь в танка и бейте в танке. Вам будет проще. Потому что я типа подвожу под себя и под РДД, под миликов не особо. У нас от Шмакова умер Сильваныч и ДКшечком Пирекс. Я не успел от Шмакова вот эти. Так, а Пирекс получает да, плюс баллы, кстати. Донт, отметь себе в журнале, что Пирекс получает плюс 50 к карме. Он сделал трансмог в ФДК. На банана есть СС, у него БР без КД. У нас по 2 минуты там еще. Пойди дальше по местам стоим. Встаньте в один ряд, не растягивайтесь. Вот, между стенками. Впереди не стоит от других. 3 секунды, 2 секунды. Одна. Отбежали. Вот. Роял, что с тобой? Ты по минам по всем прошелся? Пламя. Я завис, ребят. А, огонь через 3. Одну. Отбежали. Все, 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 наверное. Пока я знаю. Дэм. Че, мы падаем? Че? Мы не падаем, что-то за бред падает тут. Ну я просто не ну, что-то сказал такое. Раз отводи в квадратик поближе. Три секунды и потушит, просто дамажим. Все бьем. Квадратик все стакаемся, добиваем. Кого-то бэ? Прям все в квадрат, в стенку, в стенку, в стенку. Сейчас положим огонь потом только. 5 секунд. Вышли, 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 вышли. Сори. А, Пирекса подними. И не, банану подними, потом банану и Пирекса. Да, банан какой-то, ну, странный чел. Да. Здрасте. До него СС был. Так он второй раз сдохнет в том же самом месте. Один в один. Ну да, я не знаю, что. А, Пирекса подними, банан. Побежали огонь. 4 секунды. Да, да. Одно. Выйду, кого поднять. Пока никого не надо. Сейчас готовимся к Геру и дамажим. СС, если у кого-то есть, на войду дайте. Может, просто не умрешь? Ду БР спасти вдруг. Сейчас СС сдавайка сдавать. Бомба есть. Нет, куда? От бомбы отойдите. Огонь. А, мастер, да, сакра хороший. Умрете.
беги, малышка, беги! Аккуратно, огонь. Сейчас рассосались по комнате. Рейндж держим, весь урон не лутаем одновременно. Давай, мастер аур. Бомба, внимательно, отбежали. Смотрим, от бомбы. Где бомба. От бомбы отбежали, в печеньку встали. Уже взорвалась. Вот где звездочка. Давайте сюда останемся, здесь сейчас огонь положим и побежим против по часовой стрелке, то есть налево. Отойдем чуть-чуть от огня. Это по часовой. По пламя. Три. Одна. Отбегаем. Побежали. Все отлично. Бомбота. Так, он сейчас будет. 3 секунды. И побежим опять так же налево. 1 секунда. Побежали. Следующий где-нибудь после кнопочки ложим. Ману залейте кто-нибудь. Там тотемы и так далее. Нет, там 3. А Лангрис, Гимн, Скай Тотем. Пламя 3. 2. 1, отбежали. Не сильно отбегайте, кто там не достанет. Давайте перейдем. Осторожно, сигнальные сейчас будут. Оставляем вот эти с меткой. А, пламя 3. Стакан 2. 1, отбежали. Рост, не надо вот это. Ну, типа, куда ты идем? Так хорошо пламя ложу. Так мы были слишком близко к пламени. СС есть у кого-то с локов? 2 минуты, когда? Метки оставили, чтобы все остальное добили. Дрищ наводит, да? Ладно, все, забейте, пусть эти трое бегают. А, их раз двое есть. Все так же, РТТ, грудь, милики, ноги. Дрищ кару, да, это мягко краш-тест раскол. Налево. Под кнопкой аккуратнее. Милики, отбегите. Раз, отведи просто босс. Ракет. От мины, ой, от ракеты тащи, да. Милики. Пламя 4, 3, 1, отбегаем. Беги, малышка, беги. Обстрел. Аккуратно мины там, милики, возле рамба. С квадратика тоже. В голову чуть больше. Шоковый. Отбежали. Огонь. Ой, я от огня отошли еще. Забыл. В другую сторону к нам подведи его, мы в квадратике, в рамбике стоим. Прохил по рейду. Там бомба, отошли назад. Проеб. Портануло, блин. Сейчас то же самое. По часовой ходим. В голову чуть побольше и в ноги побольше. Беги, отбежали. Малышка, беги. А, обстрел. Обстрел хороший. Стоим на месте просто. Давайте в ноги больше урона. Там на 400 тысяч меньше хп. Пламя 5. Налево побежали. Еще налево. Бомба. Бомба по центру. Вижу.
Тело больше, в тело больше, ребят. Тело, голова. Тело, тело добиваем, все остальное потом добьем. Массакру, дай. Огонь, аккуратней. 150 тысяч. Отлично. Ну, слушай, скоро будем убивать вообще без вайпов. Да блин, видишь, милики почему-то, ну, я сказал, милики, бегайте в танке, вам будет проще. А милики это... бегают сзади, типа, а сзади, ну я не могу контролить, типа, сзади. Поменяй лут. На что? На нормальный. А как банана получил ироническую сферу? Ну, забрал. Лут неправильно стоял. Лут неправильно стоял. Что, мы идем на фул, правильно? Да. Конечно, мы идем на фул, да, у нас полчаса есть. Все, тогда не стоим, побежали, побежали чистить трэш. А, в звездочку. Души Карнас. А, Лангрис, надо на тебя? Я же с прошлого года. Лангриса есть. Ну, мне на успех. Есть такая, да. Я тоже. Давайте под аспектом, побежали, побежали под аспектом. Ну, у нас это вот есть, это друид. А на друиду зачем? А что друиду? А на друиду зачем? Согласен. Это холиковская. А, СПД? Не, у тебя сейчас есть, кстати, да, Каражан. Очень хорошие тренинги. С РБК даже лучше. Там спирит есть, МП5. Ну, так, типа, если шоу у вас танк, то у меня успех второй — это хил. Ну, основной. Да, у шоу есть хил. Я вот так, в играю. Хоть один хил подойдет сюда, и я пуляю. Я назад спинка спикнулся уже. А, ну окей, давай танчи. Рус, кстати, наручи. Наручи? А, слушай, ну давай. А там разве не будет 30-45 нормальных? Ну, разве что с ГРО. А какие там? Чего, крит мастер и гнезда. Рус, мы все равно ЕП срежем. Давайте. Ну ладно, да, давай тогда. Вот, давайте уже. У нас вообще, господи, с этого КД должно быть 20% детей. Я думал, типа, это вы на следующий этот. Ну. Подожди, нет, слушай, что... отдай fucking меду, типа. Пускай, типа, зачем реально. Ты его в рейд поднял. Там ну, верни. Так а чё с мольбой? Либо одни, либо другие. А, мольбу я что вядал. Ну, просто по приору вы оба на ЛСП пролете. У шоу вы холипау, у тебя холипау. Ну смотрите сами. Слышишь, перекинь fucking меду этот, моё ГП. Я ему отдал. А я тебе не дал ГП. А, ну все, тогда fucking меду начислил. Я видел, что ты написал. Просто мне интересно, когда будет выбор, ну типа вы будете говорить, нужен хил, вы кого будете пикать, шоу или меня? Кого-то из вас. Ну вот. Ну типа, если не будет скорее, попал, нет, скорее всего шоу, типа, потому что шоу чаще попалит. Ну типа, если хэпал нужен будет, спикнуть меня, если нужен кто-то другой, спикнуть кого-то другого. Логично? Логично. Нихуя себе. Куда он телепортируется, блядь? Там кто-то сзади стоит. Так нет, Ройл, ну в чем сейчас проблема? Шоу тоже хилит, когда надо. Меняли с вами месяц не было, у вас все поменялось. Да ничего не менялось, шоу как был хэпалом, так и остался. Я не помню при мне, чтоб шоу хилил. При мне я всегда вас хилом был вторым. Ну, сразу меня спекали, я помню. Один раз, сразу тебя спекнули и все. По левой стенке бегаем, не забываем, босса не пулим. Кого босса? Босса моба, господи. Никаких боссов не пулим. Зачем мне нужно? Сразу на этого на йога в мозг играем, спускаемся в подвал. Так его тоже не бить, чё? Дайте нам просто дроп. Чё, плюс 0 будем тратить? Не. На сегодня хватит ачивок. Я удивляюсь, вы вот так говорите, плюс 0 будем тратить. Вы знаете, как делать его хоть? Да. Ну как? Господи, Войд сразу душит, типа вы нихуя не знаете. Да в смысле, точно так же, как и этот, как и плюс 1. Просто нужно распределить там на кик-стап людей. Направо. И все. А чё вы?
Там он кидает... Направо. Он кидает маяк на трех мобов. Их троих надо вывести от босса, отвести. Это да. Ну, то есть, типа, ты сказал, что он хилит мобов. Он эти мобы. Это типа это известно всем. Ну, мобы, типа... мобы, если с боссом рядом стоят боссы. Ладно, слушайте, все. Нет, хорошо, понятно, да. Бой. Да. Ну, давайте, все. Респект, короче. А чушняк. Эти БПшки, кстати, не разлетаются никому за шмот. Это рукавица, за них не дается КП. Ну, у нас еще две шмотки будут. А, на второй не знаю. Просто знаешь, что ты можешь, кстати, красные плечи взять, и у тебя все равно эта анимация останется. Так на всех этих кожаных плечах Рубус Т8 будет такая анимация. Какие красные плечи? Ну, типа, ты можешь кожаные красные плечи какие-нибудь надеть, чтобы под сет было. Ты, кстати, вылетел. Нет, я релогаюсь. А, ну и типа, ты можешь красный сет любую штуку. Нет, команду. Оф-фут, оф-фут. Поставил гадочки, смотрите, на ком что стоит, тот. Такой таргет вы контролите. Пошли. Череп мы бьем. Ну, а в принципе и все. Давайте так и будет. С контроля начинайте, давайте. Сразу луну, ромбик. Ой. Черепочек играем. Все равно не врубился, у нас что, с мимированной бесплатной шмотки получается либо? Нет, они не бесплатные были. Акция «Добрый дон» называется. А, кстати, я Шови не дал, точно. Ну, и Розу, я просто смотрю, что все бесплатно. Не, я Розу, это... Вот, что-то ты душишь. Пойди чайка выпей. С ромашкой. Да. Воздушный яблок. Ну, знаешь, это с ромашкой или с Йолей, это, ну, его уже выбор. У меня аллергия на ромашку. С малинкой выпей. Лучше тортика скушай. Да. Пойди улыбнись. Я пью чай с малиновым вареньем. Сходи в ванную, посмотри в зеркало, улыбнись и вернись. Да, и посмотри на мертвый рейд. Мы не будем отчетить левых? А левых нет. Резнуть не хотите, господа? У меня есть нож, сейчас резну. Ну, это, конечно, самое интересное, реально. Блядь, люди умерли, куда вы пошли, нахуй? У нас три человека мертвые. Да я резну. Пацаны, а знаете поговорку? Взял нож, рез. Рез. Да. Неплохо. Не, ну все, мы, наверное, без трех людей не справимся, да? Мы не убьем этого моба. Загадка от Жека Фреско. Сдохло или жив? Что это такое? Твои шутки. Точнее, твое чувство юмора. Ух. Угадал? Он тоже мертвое, его никто не воскрешает. Вот так вот. А мне нравится. О, пляй моба, давай, че мы стоим? Блять, сегня охуительный рейд, мне прям нравится. Ну только если не душат, а так все супер. Да. А кто тебя душит? Такое. Вон Войтчер раздушился немного. Да и Шова заебал пиздец. Так, а вот это была уже провокация. ГП ему. Скажи, еще обиделся. Да иди ты. На тебя обижаться. Скажи, на обиженные придумал. Балконы падают, да? А какой там на этого инвалида обижаться? Вот, это, кстати, было уже оскорбление инвалидом называть. Это не оскорбление, это диагноз. А подожди, мне ГП что ли влепили? Подожди, стоп. А, да. Чё, как ты это за бомбу? Да, за бомбу, согласен, да. Это я что-то уже, блядь, подзаснул немножко. Тыкните, пожалуйста. Тыкнул. Спасибо. Я за такие за очевидные смерти раздал за все. Да, нет, я согласен. Подожди, сколько раз ты Бананамену дал ГП? Там где-то 4 раза ему нужно ГП дать за 2 пула. Ядрить, а чего душите так?
Ну блин, типа что это? Нет, просто ну, это взрывается да. на огне, ну, типа, ладно, и стоит, слушай, умирает. Да ладно, ну слушай, но он же не медведь. Раз. Да ладно, слушай, но он первый раз, ему можно по одинарному алгу продать. Да, и у него тем более ЕП вообще нету. Зато ГП есть. Согласен, этот. Давайте мы где-нибудь здесь будем стоять. Босс где-нибудь. Ой. Ну, бегать куда знаете, в принципе. Пишем просто назад. А что? Кажется, PvP с Эрдру, что ли? Талант. Понятия не имею. Это вот идеально надо спросить. Давайте R-чек, пристабав обновите, пожалуйста. Это Shadow заканчивается аура. Давайте огурцы возьмем, все стоим во фрейме, стоим в шуроме, в квадратике, в тотемах. Поесть еду поели, R-чек даю. РТТ, ну, как обычно. Нам только из лучших. Давайте, хорошо шли. Ребаты. Все, все готовы. Так, танк хуляй. Ребаты. Идеальный. Не-не, лицом к нам, давай вышли. А лицом? Ну. Давайте бегать лучше направо. По-моему, близко метка стоит. Почему? Ну, быстро летит. Реагируйте. Нет, я не знаю. Вроде нормально, но вышли пестик назад, банана. Дальше пробегайте. Успеваем. Да нет, это метка криво стояла. Давайте пару шагов назад. Квадрат встаньте еще. На эту же длину. Разбежали. Отлично. Вот новое уже. Киньте сальву по Сузи. Печеньку поставил мне. Дрыщика, кубов раскола. Давайте все в печеньку встали. Убегайте, убегайте назад дальше теперь. Прям стакнулись в печеньку, сова. Вышли. Скай назад. Назад, 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 Скай, Скай, Скай. Отойдите от Скай. Да я поняла. Блять, выбежали все. Милики стопал я. А, ну у нас... Ну, у нас свой бред, да. Окей, понятно. Че, зависло? Становитесь, лучше умирали. Ну да. Ну, можете спилить. Ну или диван там дать кому-нибудь, ребят, тоже было бы неплохо. И, кстати, да, диван давайте встанем. Да, да, да. А чё, она же под боссом может стоять, зачем она тут стоит? Да нет, ну просто зависла. А. Я выживу. Умирайте быстрее, я этот, я в ФД лежал. Нельзя ложиться, когда я тут. Там... Не-не-не!
Наверное, нужно ждать так, когда на тебя босс побежит, когда ты уже будешь последний, тогда нет, только меня типа, до взрыв меня первый чуть не убил, а второй, типа, там уже не пережить было. Блять, мобов с пульте рядом, господи, если ты не можете быстро сдохнуть. Да кто ее, кто не может быстро сдохнуть? Он просто бил Скай, которая стоит АФК. И не мог убить. Кто-то встанет здесь? Потому что слабый. А, да, может, два друида рисуют. Древесная роща, ребят. Березовая. Такая остановка есть. Дубинный прайд. Вот, это нормальное название для гильдии. Ты баб. Ну что, отсоединяемся? Мы сепаратисты. Поехали. Самое интересное, в этой гильдии не будет ни одного эрдру. Вот, вот специально это. Да, он для этих. Да. Хапала и Рошама. Все, да. А, и ни одного приста, значит, да? Ну, тогда каминный дворик можно назвать. Присты будут шапашники. И всем эту дубину, короче, лоу-левельную брать. Да. Ой, топчик. Петран сможет вообще в любые палки, понял? Бля, крутая гильдия получается. Нам нужно гильдейский этот трансмог сделать. Блядь. Да, давайте этот. Создаю гильдию РПшников. Кто заинтересован, плюсуйте, отсоединимся от этой уже унылой ПВЕ гильдии. Заживем наконец. Будем как эти защитники Эльвинского леса, да, которые вот там бегают. Да, да, да. Вот только мы им конкуренцию составим, у нас будет нормальная. А мы будем их еще, короче, гангать постоянно. И жить в шахте. Как там попасть-то в этот, я уже забыл. В эту гильдию? К боссу. Сейчас, плюс анимус с умением. Валишься налево. Кстати, ну, в шахте нормально. Я там тусовался, там прикольно. Только мы будем жить не в шахте, мы будем жить в доме возле мертвых копий. Гля, нормально. Я уже все продумал. Все, найс. Nice. Да, да, там есть там целая маяк. Деревня. Можно еще на маяке. А там, кстати, на туре-то можно прямо обустроить, прям чисто база отдыха. Ну, блин, маяк... Нет, смотри. Типа, если хотите прям где-то интересно жить, то можно куда-то поплыть на острова, там есть всякие эти... На ГМ-остров можно улететь. Да, там нормально нужно. Только там негде камень поставить, там никого нет. Я, кстати, там да, побухал. Я рыбку ставлю, скай мы не ждем, уже с ней все на лаге. А на трипиком пусть здесь лежит. Хрипатый трейд роза. Я уже давно. Я, кстати, был на Гайм-острове, тут нихуя нету на нем. Он пустой. А в комнате допросов был? А, я туда не знаю, как спускаться. А, туда никак не спустишься. А. Туда Дейрон приглашает по приглашению. Ее сначала выкопать надо, а потом уже спускаться. Не, она не, там не... Она есть, у меня даже скрины есть оттуда. Вы пригнали уже. Чем она? Да. Ребята. Все, все готовы, давайте печеньку встаем. Танк пулей. Забей, забей, не резай его, банан. Мы ее три раза резали, уже пусть лежит просто. Блин. Друг, а чё ты крылья прожимаешь так рано? Как тебе босс дойдет, у тебя уже крылья почти за... Выбежали. Выбежали. Банан выбежал назад. Хорошо. Слышу-то я, пока вы развлекаетесь. Глупость, наверное, какими. А это у Хапала талант, который удлиняет джагу? Да. Не видел никогда в жизни. Там третий снизу тир. Куда вы? Выбежали. Выбежали. Сейчас.
Теперь выше. Выбежали, выбежали. Чисто джагли 40 метров становится. Не-не-не-не-не, я в плане... Нет, там длительность, там 30 секунд висит. Wild. Void. Void, Void, Void. Void. Право, бежали? Не, то, что она 30 секунд висит, это 2Т9. Хпаловские, они продлевают. А, все, вот, вот оно. Да полезно. Охуенный баф. Встаньте, печеньку, чего вы растянулись? Печеньку стакнитесь, чего вы растянулись? Вышли, вышли. Айнон. Есть Айнон. Айнон хорошо убежал. Выбежали. 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 Хорошо, ты скинь игру. Лишь назад, назад, лишь назад. Выбежали. Ванкрис тоже. Сейчас мог будет появляться. Вышли. Чё, дай капну. Я уж нельзя добить сейчас. Надо будет стопать. Ой, ой. Но все равно бьем. Я вот назад отбегаю, не туда. Ой, сейчас очень криво. В спину бегите. Становимся, печеньку, нормально. Настаем. Что, собирается на пульте, дайте. Не-не, бьем. Выбежали. Опасно. Лови моба. Да, он сейчас под щитом, он не получает урона. Моба бери. Танк. Танк. Моба. Вот там он ты прожал. Выбежали. А блин, таунты не работают. Не бейте этого, ждите. Веди вот. На пол, да. Выбежали. Всё, может, забегаем, Геру даем, бьем. Лангрис, дай зубы, Сильваныч, Лангрис. Я же 5 ШП. А, все, окей, тогда прожми, Сильваныч. Выбежали. Вышли. Да 50 на 50, отдай пока. Там потом все стабилизируется, хилы перестанут бегать. Куда сейчас? Выбежали. Понятно. Снейвер. Роял каплю в Сильваныча. Я не услышал кого. В Сильваныча, в танка. Ну не спи, давай быстрее. Вы умрете. Господи. Все, добивайте креветку. Да. Ваши ставки, господа. Падает три. Глаз не радует всегда. Разорить вас без труда. Кто ставил на тринку ГЦ? Было бы неплохо, если бы он сейчас в отрез. Ну и конечно же их и заберут. А прикинь, мы сейчас... Дрыщ, Кубоб и Лангрис. Дрыщ, ой, Кубоб, ГЦ. Ну? Айнон. Айнон там еще ролил. Айнон ГЦ. А, Айнон ГЦ. Влетел. Шаман, нормально. Ну ладно. Ты можешь снимать? Да, надо шаману. Монолоку нужнее. Ну, кстати, да, Крит. Так и запишем. Ну да, с чего это налогу нужнее-то? Так и запишем в протокол. Потому что лог угадал. Ну тогда ладно. А
Вообще-то я угадал. Да ладно. Интересно, с первого пула осилю? Да. С выбора нет. Че, ходить? Или ты пошел уже сам? 13 часов. А, нет, идти. Мне тут еще ГП надо задать за второго босса. Так, я релогаюсь, потому что... А, ладно, я могу релог. Все, я пошел на охоту. Ну, подожди, кто-то уже вызвал. Меня опередили. Да, хуй, да. Кубов налутался. Богатый парень, получается. Кубов, поделись, я тебе масло сделаю. Так это в ГБ идет все. Бля, вам реально никому уже кожаные плечи не нужны, вот эти СПДшные? Давай я возьму. 239-е. Давайте быстрее, парк, ребят. 48 минут, у нас как раз налево. Да, конечно, конечно. А, метки. Кристик у нас Unknown Show и Royal. В ромбике у нас Рос, Хрипат и Пирекс. Подожди. Куда ты меня назначил? Unknown, Шова, Роял, Крестик. А, понял. Рос, Хрипатый, Пирекс, Ромбик. Я, Нейвер и Валк, Венхи. Мы идем в звездочку. Нет, что-то много. Я и Нейвер в звездочку, Валк и идеальный в печеньку. Итого, ромбик и печенька бегут направо в комнату, крестик и звездочка бегут налево. Напомните, где я, потому что только пришел. Ты в ромбике. Окей. Готовы. А еду ставили? Наверняка. Не знаю, просто что много нету бафа от еды. Раз, два, три, четыре, пять, пять. ГП. Поставил печеньку. Может, первый этаж нахуй? Осколки. Ладно. Три не нужно. Три не нужно танк нашему, да. Ладно. А три не, ну, сейчас же с РБК прожимная, суперфайная. У нас есть? Угу. А у нас есть плюс прожимка на 30 хп. Что там такое? Ну, чекай. Нет, там 17 тысяч хп. Ну, 17. Это не о чем, это одна тычка. Нормально очень, да? Не, 17 это очень заебись, да? Да, но... Раньше ключ с 6 хп, который давал, ладно, был бисовым. Давайте это чешнем, мы пойдем. Его никто не носил, этот ключ. Все, давайте пуляем. Ключ носили просто. Его точнее никто не прожимал, не прожимал этот ключ. Там просто 264 выносит. Не флудите, донт, не флудите. Да, да. А хорошо, Нейр, извини. Нейр предварит, не флудите. Иронич? Уже его крикнул нахуй. Это моя фишечка. У Шова я украл? Нет. Сказал бы я, что твоя фишка. Скажи. Не. Расскажи, мы посмеемся. Он и так знает. Сидит. Давай. Не, лесом иди, провокатор. ГП ему за провокацию. Так я ж ничего. А что я тебя провоцирую? На что? Ты провоцируешь, ты провокатор, ГП ими. На что я тебя провоцирую? На хорошее настроение бы я спровоцировал, заебал. Вот да. О, она кастует гнев Сары в мёртвого, блять. Идите на. В мёртвого, блять?
мертвого, блядь, кого-то там. Понял. Стражей Оксаранов. Блин, я тут за Мелика так давно не был, я уже даже не понял, что надо делать вообще. А все, уже вторая фаза? Выбегать, если на тебе крестик. Не-не, это я помню. Отлично, вот здесь и стоим. Я нашел человека с крестиком. Ты говоришь, бегать за крестиком? Да, Паладин, ты к нам да, можешь. Преследуй его. Че там стоишь? Удушающе сразу. И пошлите за большим. Кстати, сова, дотку нет смысла на нее вешать. Да, он с обратной стороны сделай по нему. Все, молодец. Обилку или удар щитом, или удар молотом. Ну все нормально. Удушающая в нас прям. Шаманизма на номер. Не-не-не, подожди, друг, кто там на паладине? Не бей еще бойца. Отойди. Тебя просто один раз ударить нужно и все, сбить каст. Слагающе сыграли. Мы с тобой звездочки? Бля, да. Зачем я ботинки создал? Давай, ладно, не было, получается. Получи аккуратно. Понятно. Удушающе. Ну, ЦГП. Трепещите, смертные. Заткнись собственной ненависти. Заткнись. Что шлагает так? Не понимаю. Левые метки налево, правая направо. Не забывайте. У вас один портал. Я зайду в него. Ну да, там же босс. Где просто дамаж боссу? Ну да. Пытаемся уходить, выходим. Процентов 17%. Ну, только сняли. Да, давайте ставнемся. С той стороны еще плюс. Че, блять, то иди. Конечно. Удушающим. Удушающий сыграйте. Бегу. От черепка отбегите. Вот. Душа еще живет. Трепещите, смертные. Конец близок. Восемь секунд. Выбежал. Нормально. 18-28% сняли. Уже лучше. Бананамен, Селипана, бегитесь. Бананамен, рядом с танком бегай. Удушающий. Секунд до порталов. Порталы. Аккуратнее, луч. Ну, но он моментально ваншотнул 17 тысяч крип. Ну так вот, смотри, надо внимательно.
портал заходи там. Да, все. Удушающе. Понимаем. Ну я минифир дала. Ты в него в следующий раз похищение жизни кастуй. Щупальца, которое тебя держит. Не успел хильнуть тебя. Да там вообще никого рядом почему-то не оказалось. Я тебе говорю, похищение в него прям кастуй. Оно кастуется, все. Вот. Можем добить? У нас есть щупальца большое. Мы его добиваем, больше добиваем. 3% добиваем. Все, добиваем. Сейчас переводим. Все, перевели. Разлагающий, да, добейте. В крестике моб. На себя пока что возьму в детре. Печеньки, стакнитесь. Лука резать. Отвернулись. Да. Кто там не отворачивается? Отвернись. Бананамен, спиной. Мобов скрали? Мобов держите, пожалуйста. Иннер в Корнеаса. Все уже расслабились. Отвернулись. Отвернулись, еще бомб появился. Так, аура глаза, ауроза. Гера будет? Гера, да. Отвернулись. Бананамен, отвернись, спиной просто. Хиль. Мастер. Блять, все же наверх. Давай, меняемся. Я на следующую сдам. Я освободил-то. Оп. Чего? Освободил. Еще моб появился. За анонсик это давайте. Мастер. Успел. Есть у кого еще? Пока нет, но ты освобождаем. Бери его. Я вижу, мобов просто висит еще. О, Сузу убейте сзади. Выбанулась. Сколько еще КД? 13 секунд. Да, уже скорее всего босс умрет. Боже мой, у меня одно здравомыслие. Не поворачивайся вообще, стой. 75 гам, хочешь? А сейчас умрет все равно. Все умрет. О, да. Древко. Хуета. Да. Хуета. Чувствительная. Вообще залупа. А, ну, сейчас мы вниз еще пойдем на этого, на Игниса. Корне, сколько у нас пол? Еще раз повторим. Получается. Сколько у тебя сколков? 13. Угу. Ну чё, быстро Ой. Начинаешь собирать. Ну если так будут падать по 4-5 за КД, то в принципе. А сколько нужно там их? 30. Ну, да нахуя тебе эта херня, ты чё, прикалываешься? Я сорвал. Там, ну, у тебя же этот есть. А, ты тут сорвал. Там с меткостью проблема. Здесь критание. Да, ну, что верно, то верно. Б.
Без крита это говно. Слышишь, на самом деле я просто... Я просто себе за трансмут отдал 250 кп. Я бы на мишку взял. 125. Но она, по-моему, на трансмуте, нет? Ну, да, все подходит. Да не, я с ней ходить буду. Так, чё ты, Дон, давай всех души, чтобы они сюда прибежали. Гигантскую кузю ТП делаем. Империя, давайте. Кто меньше всего бросает, тот его получает выкройку. Не, ну это заранее обговаривать надо. Сколько я выбросил? Сколько я выбросил? Бля, маловато. Они же ничего не стоят. Только 3к голды стоят. Я вчера, когда Т4 ролили, у меня ролл был 4, когда этот самый, блядь, Триню ролили, блядь, у меня ролл 5. Понял. Знаешь, что тебе повезет? Или нет? Обычно ну, тем, кто играет в Вовку, в любви не везет. Да чё? Ну, только с парнями. Ну, только что вы, блядь, нет. Так, есть. Ну, хз. На циркуле я был в двух гильдиях, и там гэм был этот, баба с её парнем. Ммм, круто. Давайте расскажем все об исключениях из правил. Ой, да ну тебе с твоими исключениями. Да ладно, на Сирусе тоже есть интересная гильдия, у которой типа ГМ сын, а типа всех, кто заебывает, это отец. Оу. Блять, а может давайте го бить босса? Погнали вниз. Все вниз спустились. Ну так подожди, Донта нету. А чё Донт бить... делает? Танк, главное, что был и пару хилов. Да подожди, нужно ДПС больше. Вы нас накрыли? Да, вставьте, бля. Локи. Вы нас накрыли, что ли? Да. Да. А вы бы а вы трэш почистили возле этого ибиса? Нет, мы тебя ждем. А почему? Да. Не додумались, Донт. Вы погнали чистить трэш, чё вы? Да нахуй я вас... Я тут уже. Всё, пошли, плей, босса. Заходи. Давайте, Лерой Дженкинс, дело. Давайте не обопрёмся, пацаны. Это будет красивая победа. Не спать. Скоро покажутся буровые машины этих отвратительных дворфов. Отрицательный знак. Абсолютно согласен. Сколько на дворфов в рейде? Рост решил в диктора переквалифицироваться или чё? Да нет, просто решил вам прочитать веселую сказку нам. Спасибо. Такое себе. Излушу, кому не понравилось, можете молчать. Молча. Блин, я не спекнулся из-за вас, блин, демона. Все. Эй, пофигу, вафлей будешь. Вафлей и... буду. Ну, сейчас за ДПС, ребят, сейчас бурстанем. На йоге то 5 ДПС, ого. Да, делай, прожимай бурсты все. Подожди, это ты бурсты прожал так? Да. Понял. Ну, по-моему, вары должны так прожимать бурст, не локи. Не знаю, я бы на паладине также прожимал, но у меня этот голос детский. Ну это попробуй. Да блядь, поебаному. Ну попробуй. Да поебаному звучать будет. Да, попробуй. Не знаю, пока не попробуешь. Да я уже попробовал. Попробовал, потом все в школе смеялись. А почему Айна на собаке бегает? А, это глюк, у него щит в спине торчит. Блять. Или не в спине. Конечно, да. Ну ты видел эту хуйню, да? Не-не, покажи. Ну, Айна стоит. Собаке бегал, короче, у него этот щит торчал в спине. Ну, баг новых текстур. Так кто виноват, Айнан или собаки? Все виноваты. Запускай. Готовы, пацаны? Всё. Давай, готовы, пацаны. Задан, переведём. Да, Гера КД, пацаны, готовы? Да, нормально. Я проёб. Давайте на бортика. Чё, все готовы, пацаны? Да давайте Геру, пацаны, Геру. Все Геру нажали? Все нажали.
Да, конечно, душим, ребята. Ну, блин, за два взлета, может, и убьем. Ну, может, да. Да подожди. А, у меня 15 секунд почему-то показывает. Ну, вот и все. Не, ну, с Герой и еще с парой ДД могли бы убить. А что, у нас пара ДД нету? Угу. Геры нет. Кару не старался. Нам нужно пару крепких парней, как говорится. Так. Просто невер рак. Чтобы снять видео или типа что? Не, чтобы перевести. Так, а где там Шова? Сколько он нанес? 300. А невер 3700. Расскажи мне еще что-нибудь. О, так я еще даже держусь, так сказать, с людьми в... Как это называется? Ну как держишься там, где-то да, расскажите, вот я. Давайте вот, ну, пофантазируем немного, Лита. Как это называется. Вот не по стандартному, а по ебаному как-то. Есть у кого-то ебаные слова в голове? Нет. Валахня. Валахня классное слово, мне нравится. Кстати, есть такое слово, называется невер. Так. Кстати, есть такая шутка, не смешная от Шоу. Продолжай дальше. Что-то Невер не смог добить так, чтобы стало обидно. Так, добил как смог. Че на него обижаться? Он же паладин. Че обижаться на этого Невера? Он же инвалид. О, осуждаю. Вот это уже было все. Это грубо. Инвалиды не виноваты. Так, что он подсрывает три сотки. Ну некоторые это виноваты, а но... А че? Это констатация твоего диагноза, а не оскорбление. Нет, это, у меня такого диагноза нет, получается это уже оскорбление. Так, ты давно к врачу ходил? Ну, когда? Недавно, относительно полгода назад флюорографию сдавал. Были подозрения? Не-не-не, а типа, ну, какому-то нормальному врачу. Нет, а что мне проверяться? Все в порядке. Психиатру там, психотерапевту. Деменция, ну, года два, наверное, назад. Тогда еще было все нормально, да? Это у тебя после того, как ты в Вовку начал играть, началось? Я начал играть намного раньше. Да раньше. А, ну я понял, она просто типа, ну, неожиданно появилась. Эй, вы чё меня не прихилили, алло? Не, ну это ГП. Неверу. Ставим на Игниса Геру, получается. Ну да, по домашнему. Ну да. А я чё там без рыбы, что ли, буду? Ну мне нужно будет персонально поставить тогда. Не, ну Роялу точно ГП. Слышите? А вот этот вот огонь, ну то есть, вот Игниса, зачем нам его заводить в лужу? Разве тот огонь вообще по танку дамажит? Ну да. Что дамажит? Что творит этот танк? Так, согласен. Да остановись просто, все. Ну не в рейдже. Ну вот давай в другую сторону. Ну в смысле, мне надо же из лужи выйти там. Да не надо. Ой, не надо тебе из лужи выходить. Тебе ну нужно вот встань в лужу, положить. Ну и чё? Осколок где выпал? Осколок? Выпал осколок. Да. Как в Skysong собрали Волонир, что-то осколки летят, пиздец. Да, нормально. Так что получается, если сейчас... Да. Еще и с Игниса упадет, это половина уже готова? Да. Следующий тебе, Шова. Да нет. Так подожди, я идеально. Зачем? Там идеально. А, ладно, ну идеально вот так делать. Я думал Шове собрать, по-нормальному, знаешь. Идеальную пускай. Да не, Шова. Ну, не, ладно, если Шова разрешает, тогда давайте идеально. Да мне вообще похуй. Все, тогда окей. Он будет благодарен тебе. Ну, благодарность не звенит. Ну, слушай, да, скажи ему, пускай голду тебе скидывает все, что у него есть. Ой, душите, конечно. Слушайте, ну вот так вот, кстати, рейдить нормально, типа, за... Ну, мы бы еще быстрее, мы бы уже закончили все. Если бы... Я лично считаю, что это... Вот эта вот идея, давайте сделаем ачивку на Фрее. Хуёвая. Ну еще ачивка. А чё типа без меня тоже была. Уже не, тогда на, были ноты. На кошатнице нормально. Она хотя бы хоть куда-то нужна.
куда она нужна? Ну, дракон дается за нее. Всем? Ну да, да, всем, у кого слава райдеру есть. Класс. А потом осенью такие приходите в ИК и такие на первом боссе: слушайте, а давайте сделаем ачивку, убить этих со снобальдами на спине. Ну да-да-да. Потом в... змей убить одновременно. ИВК? Давайте в ИВК пойдем. В ИВК можно, да, то, до такого восприятия. ИВК где-то через полгода, наверное. ИВК со всеми ачивками. Череп слева видите? С двумя снобальдами плюс двух югмунтаров забить одновременно. Команда уничтожить. Сюда иди. Да кто дает этот стан? Осуждаю. Аня, ну подойдешь, дам. Если хочешь осуждать, так на Твиче. Давай. Что? Твич канал создасти? Да, и подрубай. Понял. Бан. Фулова бан. Ну сейчас мы кинул немного. Да вы уже добили, не? Хотя давай забаню вообще, не вопрос. Так, у кого есть сбить? Сейчас тот, у кого есть сбить, сбивайте. Сбил. Так, у кого есть сбить, сбивайте. Я сбил. Нет, следует. Чисто тайминги, короче, бана ловим. Кстати, здесь тоже можно трэш скипать. Что можно и можно, нам просто. Ну, типа, время меньше тратить. А как же боешки? Вообще-то нам по кайфу бить трэш. Да. Забань фуллов откуда. А как же баном буду косты сбивать? Да я позбиваю станы, ты забань. Так, у кого есть стан сбить фуловому? Я уже не могу банан забить. Ну все же. Это кто из вас? Это типа вы пытались трапой сбить? Да. И сейчас с ДК-шковской гриппом сбиваете. Чарджем можете сбивать, кстати. Норм тема. Чем еще можно сбить? Собакой. Нет, нельзя. Локовской собакой нельзя. Так она ж не стан дает, она ДК сбивает просто. Ты собака, я собака. Началось. Откуда это вообще? Откуда это у меня в голове? Уберите. Ну, стрэш. Да ты из стримеров пересмотрел. Блин. Да дайте собрать трэш. Чего... Ну, понятно, ребят. Невер, где на пол? Таверни. А чё, ник на пол нормально вообще звучит? Ну, только ударение нужно какое-то другое сделать. На пол. На пол, да. Всё. Ну, тогда норм. Ну, вот, надо карниз еще все-таки сделать. На так твина. Карниз есть. Ну, да, твина именно так и надо назвать. Шоу, нормально, да, вот это ачива ссылка? Звучит как дистантовая, типа, зачем она нужна? Да какую, да, это о чем речь? Ну, ты типа бессмертный, только в ИВК. А, ну нормально, там шмотки даются. Не-не-не, это типа 50 из 50 шмотки дается. Другое дается. Ну да, 50 из 50. Не-не-не, а без смертей, но 50 из 50 это не без смертей. Ну да. Это без вайпов, а и там и без смертей. Так вот, подождите, мне хотелось бы обсудить, ну, некоторые вопросы. Зачем мы ведем босса в лужу? Ну, в плане убоя. Потому что она дамажит. Ну, она дамажит сколько? 3000 по танку? Рэш от клевого рейта. В секунду. Кубок ножом быстрее. Просто она тогда трэш будет. Трэш будет загораться тогда, расплавляться, замораживаться в луже. Да, так мы его в лужу не будем вести. Слышь, да, раз. Там маунта дают коня. Ведем в лужу. Это рыба. О, стой, тут эти рыбы. Я поставил там. Я поем. Я не настаиваю, просто моя тактика лучше. Этот, у кого аура каста? Давайте распределимся.
У меня, все. Вернесса. Прям дайте поставить. Геру. Really, nigga. Ой, я этот забыл, сори. Блять, урод. Да увлекся просто, сори, блядь, чё вы такие души? ГП. Забирайте. На следующий каз дам. Хорошо. Роял, там в котле не душно? С кем я разговариваю? Следующий. Ну почему у меня? Ну у меня только все прошло. Паладина чисто это на прожарке. Я то же самое. А, ну еще я не прошел. Только на пятое место вышел по ДПС. У меня сейчас здравомыслие закончится. Че, уже глаз дергается? Че, вставать? С БР. Вот прям сейчас. Что-то паладин вообще умыло дамажит. Ну блядь, ну пиздец, ну только экзекутка началась. Я тоже не прощаю. Вы не очень расстроены, пацаны, я уверен. О. Не расстраивайся, тебе донт компанию составит. Да нет, Донта обхожу уже, он не конкурент. Я в этот взяли ковш. Ну, на йоге так. Не, тут не повезло, нету осколка. Не повезло, что рос Ларки. Ларки, организуй. Да что вы такие нытики, ну не нажал, да. Никто всем спасибо, можете слейды не ливайте, можете еще выходить. Надо ж миллионы ГП начислить. Ну да, говорю, слейды не ливайте.